Лёвина Наталья. Сделала 9 клизм с урина. Идет мелкая слизь. Много. Петрович, подскажите, пожалуйста, клизмы продолжать, пока слизь не выйдет? Или еще 1-2-3 штуки там? Спасибо. Но смотрите, если у вас выходит слизь, что ее оставлять? Значит, продолжайте. Единственное, перерыв может быть тогда, что вы чувствуете, что у вас что-то раздражается, допустим, анус там раздражается от этих частых клизм или еще что-то. Сделать тогда можно будет перерыв. Но тут в любом случае можно его там смазывать для того, чтобы не раздражалось. Потому что сохнет от клизм, особенно с уриной, с упаренной уриной, вот выход анус сохнет. И поэтому он начинает раздражаться, побаливать и так далее. Значит, смазывайте. Вот делайте вот эти вот свечи со сливочного масла. Смазывайте просто там растительным маслом после клизм, чтобы такого не было. И логика, что нам говорит? Если идет слизь, отходит слизь, то пусть она отойдет. Зачем ее там оставлять? Она останется, расплодится. Ну, я лично вот так вот решаю. Вот еще, Любовь Черкова. Благодарю вас за видео по вашим книгам «Упарио» с 2 литров до 0,5 литра и ввожу. Да, значит, да, клизма удерживается весьма долго, так как выбор собственного организма, и для этого это не чуждо. Петрович, пожалуйста, просветите насчет клизм, если уриновые или содовые, да, даже просто с солью можно удержать 20-30 минут, а вот по уокеру с лимонным соком или с перекисью почему-то максимально 5-8 минут. И все, организм отторгает. Толком и березку, и плуг не успеешь сделать. Или же наоборот, на них и делать акцент то, что не нравится кишечнику. Может, жирность какая-то выйдет. Как вы считаете? Я лично считаю, и опять-таки практика показала, что лучше всего используют то, что организм принимает. То есть с обычной уриной, упаренной уриной. И она работает там столько, сколько надо. Сделала и вышла. А здесь, ну, у кого как. Видите, бывает, что очень сильно идет раздражение. Может, вам с лимонным соком этого меньше, лимонного сока добавлять, или там перекиси там добавлять меньше, чтоб не так там делала она агрессивно. То есть начинать с дозировки вообще-то. Вот сначала лимонного сока вы можете добавить чайную ложку. Сделали, то все посмотрели. Потом сделали там, допустим, 2 чайные ложки. Ага, нормально, нормально. 3 чайные ложки. То есть вот так вот. И то же самое с перекисью водорода. Ну и посмотреть. Ну, насколько я вот знаю, по вашим же отзывам, что упаренная урина как-то и обычная урина работает получше, нежели с какими-то ингредиентами. Возможно, уокер, он об этом не знал, как бы сказать. Знания-то огромные вообще-то, но кто-то знает вот это, кто-то знает вот это. И, пожалуйста, думают, что так и хорошо. Виктория Мур, спасибо вам огромное за ваш труд. 33 года с вами, все проверено на себе. Выглядим на 20 лет моложе и передали следующему поколению знания
и передаем всем близким, и не только. Ну и отлично. Ну что, на этом можно и закончить. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.